Трудно сказать, что я жду. Чтобы человек был наказан. Хоть как-нибудь. А он перед вами извинился? Нет. То есть он к вам так не обращался, в вашу семью? Ну, ко мне лично нет. Мужа... Ко мне изначально был, там, он помощь предлагал или что? Ну, он изначально предлагал, когда еще, ну, понятно, уже платить там месяц, 20 тысяч рублей, это смешно. Это он первоначально предлагал? Да, это с самого начала. А как состояние здоровья вашего ребенка? Ну, сейчас лечимся. Вопрос, да. У невролога он чуть стоит. Сейчас будем выяснить, что там анализы все, это проводить, все это будет делать. Все как положено. Ну, хотелось бы, чтобы человек, ну, был наказан, естественно. Вот, чтобы все, что пережили мы, конечно, никому я так не пожелаю. Вот. Ну, чтобы он понял. Даже не знаю, как это выразить, потому что сейчас вот вспоминаешь все это, аж трясет организм весь. Поэтому как бы хочешь, чтобы все было по справедливости. Как что было? Вы же потеряли память. У меня сейчас она еще не восстановилась. То есть вы не помните того дня, как что произошло? Нет. Геннадий Иванович, вы не хотите извиниться вот перед Натальей, вот вы ее сбили? Хочу. Не делал это раньше, но по разным причинам. Но они не принимали наших извинений, да, не принимали материальной помощи. Ну вот сейчас извинитесь. Вот. Да, сейчас я прошу извинения, прошу извинения, прошу прощения за то, что произошло. Мои вины, сами понимаете. Все, всего доброго. Вы признаете себя виновным? Конечно. Вы же читали материальное дело. Слово отложено. Но дело в том, что я на процессе вообще свидетелем должен присутствовать. Даже меня не вызвали. Вот. Я, конечно, в шоке. Вот. Ну, в принципе, этого следовало было ожидать. Вот. У нас же Геннадий Иванович, он такой товарищ. Вот. Я думаю, что тут, наверное, уже было договорено все заранее. Но будем стараться все равно это самое, пробиваться вперед. Вот раз уж так получилось, значит, надо идти до конца, я считаю. Вот. Год с небольшим мы прождали, будем еще ждать столько, сколько надо. Надеюсь, что суд все равно будет на нашей стороне, вот, и правильное решение примет. Информация о том, что вам якобы компенсировали и 5, и 8 миллионов, это... Да, это все бред, да, я сразу говорю, что это бред, это просто какие-то слухи распустили по городу, вот, даже смешно. Вот это так вот, прям вот, даже неприятно, скажем так. Скажите, адвокат своими силами или только помогает? Не, своими силами все самое, там, ну, как бы, все нормально, в общем, своими силами, да. Никому. А из Москвы не случайно? Ну, конечно, здесь же вы изначально знаете, что здесь, если бы я здесь какого-то адвоката нанял, то здесь это все уже закончилось бы, даже мы в эту дверь, мне кажется, сюда не пришли, вот и все. Хотя бы мы дошли хоть сегодня до двери сюда и в судебном зале хоть побывали.